Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Мега. И сегодня мы с вами проведем ночь у отеля Шрека. Ой, господи, крипово. Не хотел бы я в этом отеле находиться. После долгой прогулки ты решил отдохнуть в отеле Шрега на одну ночь. Здрасте. Привет. Добро пожаловать. Шрек отеля. Как я могу вам помочь? Здрасте. Я хочу комнату на одну ночь. Конечно, мы имеем пустую комнату на следующем этаже. Что ты меня уже напрягаешь? Ладно, погнали. Не смотри на меня так. Тут какая-то ужасная чувствительность мыши. Ну ладно, не суть важно. Так, нам нужно... Ой, стоп, я пропустил дверь. Нет, не открывается. Нам сюда, Шеньки. Я должен пойти в туалет до того, как заснуть. Да блин, что ты раньше не сказал-то? Теперь нужно бежать в туалет. Извините, мистер Шрек, а вы не знаете, где туалет? Да, именно я это хотел сказать. Туалет находится в левой стороне. Спасибо. Опа, вот толчок. Ну все, пора застрелить. А, Шрек уже решил свалить. Наверное, испугался. О, привет, Шрек. Классный прикид. Ладно. Ты заснул на 4 часа, но ты проснулся из-за какого-то странного звука. Интересно. Он что там срет? Эй, Шрек, с тобой там все нормально. Я думаю, мне нужно пойти лечь спать, серьезно. После этого звука еще Шрек этот зеленый исчез. Ты решил заснуть обратно. Ладно. Извините, что вы делаете? Какого, блин... Ладно, с кем не бывает.